4. Здравствуйте. Простите за опоздание, но я просто знал, что боевой товарищ Михайлович прикроет как на войне, так и а поэтому... Сейчас я в раздумье, а с чего начинать, с военной песни? Или впереди самый светлый праздник, 8 марта, день весны и любви? С чего они не знаю. Но здесь сидят товарищи по борьбе, товарищи по оружию, называемый спецназ. Как минимум их 5. Наверное, может на самом деле больше. Поэтому я начну. И еще тут, начиная примерно с 12 февраля, по сегодняшний день, приходилось выступать во многих местах. И 15 февраля с праздником. С каким праздником? Если на первых рядах сидят матери, жены и дети погибших, какой у них праздник? Они никогда не вернутся к ним назад, те, кто погибли. Это всего лишь навсего вывод войск. Всего лишь окончание присутствия наших ограниченных контингентов Советского Союза в Республике Афганистан. Война не кончилась, война начинается и продолжается, к великому сожалению. Вы все это знаете. Наверное, наша вина, не радость наша должна быть, а вина в том, что мы на себе, на своих плечах притащили сюда войну. И она теперь на родине не кончается. Поэтому, наверное, надо мне начать все-таки с тех событий исторических, такие как 15 февраля и День Советской Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля. Все мы имели, ну, по крайней мере, мужчин, имели великую честь принадлежать к Великой Армии, Великой Империи. Никогда это не забудем и, наверное, до конца жизни не поменяемся. Остаемся воинами, преданными присяге, которые дает на самом деле генерация. Преданные своему дому, своей семье, своему роду племени, своей родине. И поэтому я бы хотел, ну хотя бы несколько песен из того периода спеть, чтобы отдать дань тем нашим товарищам боевым из спецназа империи, из спецназа России, которые оставили свои жизни и до сих пор платят своими жизнями, здоровьем, за интересы Родины. Постараюсь, чтобы были не очень тяжелые. И поэтому, как дальний исторический экскурс в историю. Ну должен сказать, что я полковник запаса. Лучшие мои годы прошли в диверсионно-разведывательной группе специального назначения «Каскад». Это вымпел. Сейчас он другие задачи выполняет. Но молодежь служит, молодежь воюет, молодежь. А это история, которую никто не напишет, никто не расскажет, кроме нас. История началась 27 декабря 1979 года в городе Кабу, где произошла удивительная операция, называлась она «Шторм-333». До сих пор аналогов в истории всех спецслужб она не имеет. Американцы на ней учатся, и только нам. Мы ничему не учимся никогда. И у нас национальный вид спорта – прыжки на грабли с сарая. Ну, вы знаете, скоро стоят олимпийские. Мы всегда наступаем на то же самое, в то же самое место. И почему-то ничего не учимся. Наверное, мало кровь пролита, чтобы никто ничему не научился. Так, пример тому – все горячие точки, которые были. Но не важно. Я скажу, как это было. Ребята были молодые. Вот, возвращаясь к этому. Я не могу не быть таким многословным, потому что надо помянуть. Потому что я сюда с опозданием явился, собрались те, кто остался, из первых, кто создавал «Вымпел» в 81 году. Сегодня у нас клубный день. Добро пожаловать всем офицерам спецназа, которые служили, и солдатам спецназа, всех спецназов. Такой фонд ветеранов, сотрудников спецподразделений, спецслужбы безопасности «Вымпел Гарант», где я имею, не знаю, чего теперь я имею, быть вице-президентом. Ну, говорят, такая профессия есть, Родине служить, замечательные слова. Но есть еще такая должность, вице-президент. Так мне, по мне, лучше Родине служить, чем быть вице-президентом. Так что вот, но память у меня не атрофирована пока, я все помню. Значит, 79-й год, город Кабул, ничего не ведущий, ничего не слышащий. И тут на него грянул переворот. На 16 парней мы в спецназ все одеты. Нету братства теснее, если детей его нету.
Отпустили усы, мы здесь все иностранцы. Хоть щедро ты носи, не похож на афганца. Слышишь, брат, тарарам, 6:15 начал, 46 килограмм, как сигнал прозвучал. И пошли полоскать чердака и до входа, смерти нам не искать, иначе смерть вошла в море. Это брали генштаб афганский. Захватили, хоть генштаб захватили, подавить узел связи, но страну возродить. Заминовский брали, не уютен Кабул, папа пахнет солью и болью. И вот так и поспорим. Завалили Якуба и призрака, нарезали министра. Было тяжко и туго, вот из бирта канистру. Но военный трофей, лишь бутылочка скотча, борода всем налей, даже тем, кто не хочет. Речка прошла, по дворцам я гуляю, о России родной, и о милых мечтаем. А, прошу прощения, давно это дело. Хоть генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, и за кровь не кори, наш рассвет этот близкий. Мой генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, и за кровь не кори, наш рассвет этот чистый. Стало ясно теперь, к нам судьба благосклонна, в группе нету потери, мы уходим колонны. Не забудем Кабул, тот декабрь не забудем, как бы ветер не гнул, верну братству будет. Не забудем Кабул, тот декабрь не забудем, как бы ветер не гнул, верну братству будет. На 16 парней мы в спецназ все одеты, коль велят повтори, готовы на это. Нас 16 парней, нас мотает по свету, нету братства святей, и десней его нету. Нас 16 парней, нас мотает по свету, нету братства святей, и верней его нету. Это по объектам 79-го, это был генштаб. Теперь рядом была на окраине крепость, называлась она Поличерхи. Там томились в ожидании своей участи предыдущего президента, премьера, тараки, жены, матери, дети, тещи, свекрови. И много-много народу было. И пришла команда. К нам пришел в палатку Федя с озабоченным лицом и с прискорбием сообщил, хоть казался молодцом. Будем брать мы в чистом поле, ох, и стены высоки, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Хоть буржуйки дров уж нету, жарко в споре молодца, как же брать на крепости, спорим мы и тут и там. Силы как расставить спорим, ох, дебаты горячи, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Наконец нашли решение, все расселись по местам, и теперь уже не в споре, будет жарко молодцам. Понеслись по чисту полю, ох, и стены высоки, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Вот уже на ворота близко засверкали огоньки, к нам навстречу сау мчится, в ней сидят и дураки. Крики вопли, рев от боли, встреча сау нелегки, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Мы в ворота залетели и задумчиво стоим, сам уже из пушек лупит, по чужим и по своим. А того, кто план подсунул, мы подняли на штыки, в этой пуле.
крепости черхи. Наконец с небес спустились, оторвались от земли, пулеметы захватили и на фарах завели. Выпускаем всех на волю, казематы велики, в этой пуле или в поле, в этой крепости черхи. И еще нашли Валерку, видит прямо под окном, по этой двери очень пахнет развороченным дерьмом. Попали в отстойники, а ребятам не до смеха, захлебнуться ведь могли, в этой пуле или в поле, в этой крепости черхи. Нас запомнится надолго крепостная эта жизнь, комендант, собачий холод, даже мать его Азиз, поцелуй кучи теток и семейства дороги, в этой пуле или в поле, в этой долбанной черхи, в этой пуле или в поле, в этой крепости черхи. Это вторая операция. Теперь свое сомнение. Все делалось одновременно. Предусмотрение сил примерно 1 к 10. Но если наши 25, их 250. Ну, это побольше было. Почему я говорю, уникальная операция, как там живут? Почти все остались, но троих потеряли. Первый герой Советского Союза, один посмертный, командир Бояринов, полковник. Штурм дворца, и он был убит. Нас немного и немало, нас 16 человек. Все в одежде, без спецназа, ладно, скроены навек. Не в одежде только дело, лишь бы был здоровый дух. Если хочешь есть варенье, не лови зеваном мух. Все 16, все с усами, только двое с бородой. За афганцев нас не примет, даже скрытых под щедорой. Брат за брата, друг за друга, мы не ходим у меньше двух. Если хочешь есть варенье, не лови зеваном мух. За границу нас платила крепкой дружью боевой. Родня и братья встали под афганской звездой. На зеленом и на грязном и косим на молодух. Если хочешь есть варенье, не лови зеленый дух. Мы не мыты и не бриты, как там попы пылью заросли. Мы мечтаем о корыте проходном, мы видим сны. И слоны под простынями, и в глазах огонь потух. Если хочешь есть варенье, не лови зеленый дух. Простите за грубость, но там война, там никто же не думал, что тут песня будет петь. Для узкого круга, вообще это не пропускали. Так ходили мы, покуда получили все приказ захватить генштаб с Якубом, чтоб не вякнуть лишний раз. ГСН на все готово, разнесет все в прах и пух. Если хочешь есть варенье, не лови зеленый мух. По вечернему Кабулу при потушенных огнях две машины легковые мчат зенитовских ребят. Тормоза скрипят визгливо, русским матом режут слух. Если хочешь есть варенье, не лови зеленый мух. Пять министров, сотни пленных уцелело в том бою. Остальные очутились с нашей помощью в раю. Враги всем доказали, всем, кто был к советам глух. Если хочешь есть варенье, не лови зеленый мух. Может быть, мы вновь сойдемся, выполняя просьбу массы. Соберемся и напьемся, как велит закон спецназ. Потому что каждый знает, сколько вытерпел он мух. Мы теперь едим варенье, пусть другие ловят мух. Мы теперь едим варенье, пусть они ловят мух. Я не могу. Два раза завозили во врага. Один раз привезли, Кабул до конца был взят. Его опять увезли. Когда взяли до конца, привезли. И поставили охранять. Те, кто брал Кабул, тот охранял Бабрак. Ну, Бабрак вы знаете, а может, не знаете, скажу, наркоман и пьяница. Ничего больше. Личный друг там. Кто-то был того, кто был превыше всех, целовать с ним за сортом. Брежневу поставил. Нам-то все равно, мы спецназ. Чего сказали, то и делали. Тут одно только маленькое, значит, Рябинин фамилия. Ну, это один из наших легендарных командиров. Парманист, на фарси это наплевать, все равно. Да, да, лампочки, по барабану. Переводится на русский язык, так вот. Там будут мелькать без конца слова, и к месту, и не к месту, просто знаете, что оно имеется в виду. И война вроде кончилась, все, сколько можно взяли, и вдруг такое вот, и домой хочется, а тут взяли и в подвал засунули, во дворец бывший, Амин Аташбек, но уже бабра. А вот уже все давно ящики связали, отходную провели, самолета ждут. Ну а нам порванись, нас снова не пускают. Срочно нас во дворец к Бобраку ведут. Во дворце нас поселили в мрачные хоромы, где от холода нас не спасал камин.
ну а нам проводист мы с холодом знакомый, и к тому же помог с водкой Амин. С автоматом стоим 3:12, с президентом едим плов, маты, изюм. Ну а нам парванист, все хотят смеяться, во дворце ж как назло ни одной ханум. Уникальные ковры топчем мы ногами, серебро и хрусталь прочно в быт вошли. А ну а нам наплевать, мы ковры видали и прицельный огонь по мрамору вели. Перед сменой пьем, аж Рябинин злится, не дает стакана подержать в руке. Ну а нам, парванист, коль хотим напиться, водку можно разлить и в каменном мешке. А ну а если хотим мы повеселиться, кишмешовки под местный самогон лезем в Жигули. Плохой, кстати, нам тогда, парванист, в нас автобус афганский стих мчится. Но пуштуну не совладать с наглостью Ильи. После трудных боев долго отдыхали, скоро мы из дворца ноги унесем. Нам теперь парванист, коли есть афгани, валюта местная, мы дубленками все ящики забьем. Лишь бы только в Москве нас не забывали, терпеливо приказ новый подождем. Нам теперь все равно, где б не указали, мы любому главе бошку оторвем. А нам теперь все равно, где б не указали, мы любому главе бошку оторвем. Это просто исторические песни, чтобы вы понимали. И, конечно, грубые, конечно, но вы представьте себе, что происходило с вашими любимыми, значит, кто там был, и кто сейчас в своей Чечне, пока они от вас далеки. И писали песни, вот как прилично. Друг для друга, мужик для мужика, писал песни такие, романсы, можно сказать. Значит, вот тем утешаюсь. И утешающая вот такая песня, чтобы совсем не казалось такое впечатление, что там все зверели, завшивели, задубели. И размышления Дюсеньки, который сидит, есть такое место, называется Кандагар, там Черная площадь, а где-то поблизости песок зарыт целый батальон десантуры. И никого там нет. Женщины приезжают только раз в месяц, две военторговские продавщицы, одной лет 20, другой лет 60, но это женщины. Все гладят трусы, почему трусы, ну как они, 52 раза жара там. И все не знают, куда их посадить, чем их угостить, а чем кроме самогона, когда там угостишь. Ну. Так что вокруг одни собаки. Грустное размышление спецназовца, десантника, который сидит. И вот из месяца в месяц думает, грустную думу, где моя любимая, хрен знает где вот. А здесь жучки местные афганские, верстки, хвостатые все. И что же все-таки надежнее в этой жизни? Вы не обижайтесь за грубый слог, потому что, ну, без вас и жизни нет. Война есть, а без женщины жизни нет. Вот поэтому такие отношения. А может и правда я пропадаю, мне женщину надо, и я это знаю. Чтобы любила, чтобы страдала, со мной говорила, со мною играла. Станет теплее, забыться поможет, но ноги согреет, и животное может. Меньше расходов душой я бродяга, зачем же мне женщина? Лучше собака. Собака вернее, собака не бросит, она не подкупна и денег не просит. На зов отзовется и стон твой услышит, врагов не подпустит и раны залежит. А может мне женщину просто для смеха, ведь глупой собакой какая ж утеха. Поесть не подаст и постель не постелит, беду или радость с тобой разделит. Но правда женщины проще в трамвай пропускают, намордник не нужен, гулять разрешает, и многое может своими руками. И ведь пахнет не псиной, а хной и духами. Обнимет, заплачет, прижмет, захохочет, ресницами длинными нос пощекочет. Все, что она болтала вам, друзья, это враки. Конечно же, женщин лучше. Потом наступили долгие годы такого болотистого состояния. Операции, то удачные, то неудачные, в общем, много чего было. Я просто как бытописатель все это фиксировал, и не было времени
как бы еще мелодию придумал. Поэтому брались уже готовые всем известные песни, и на их мелодию делался афганский вариант. За похожесть песен, мелодию, вы меня простите. Песня «Первый колонн», куда я попал, и где первый раз познакомился с прикрытием, а это вертолетчики боевые, потом с ним подружились, потом с одним побратались, потом он погиб, в 83-м году сгорел живьем. Но «Первый колонн» и первое знакомство такое. Там наверное, много расшифровок не буду, тут больше всего мужчина, я знаю, что такое. РПГ, БТР и все такое прочее. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, здесь горы вершины и солнечный зной, и медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, только случай решает, кому повезет. Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Гудит под пулями броня, пытается смерть достать тебя, ты ей ни раз, ни два в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. И сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот в уши бьет, над нами боевой вертолет. А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделай смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим мне раз тебя, как ты сегодня нас, и выпьем мне раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил и никогда не забудил дураком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил и никогда не забудил дураком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне, а потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним за этот Афганистан. Без колонны жизни, это трасса жизни, как вот по Чувскому озеру, в осажденный Ленинград. Мы были последней точкой, куда эти по трассе жизни доходили машины, везли цемент, муку, солярку, бензин и миллионы галош. Но место сильно любило галоши, не блестящие такие. Ходили в жару 50 раз эти галоши, на раз друг у друга отбирали, когда почву раздавали. Но эти колонны были нужны, гуманитарная помощь, с родины как бы привет в виде водки пополам, соляркой, разлив Денау. Пить ее можно, но не нужно. Ну, пусть ничего нет, вот такая. Выпьешь ее желтый на свет, а потом ходишь, как дракон огнедышащий, двое суток потом. Нужны были колонны, понимаете? Хотя бы нам, чтобы совсем совсем не поберей. И вот, переделал старый добрый военный песню. Через перевалы и долины, сквозь огонь снарядов и гранат, мы вели колонны вдоль покорных склонов, от Кундуза и на Файзабад, и путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов, но помирать нам рановато. Есть у нас еще два дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще два дела. Путь до Файзабада, между прочим, был совсем нелегок и не скоро. Шли два дня, три ночи, трудно было очень, но водитель не глушил мотор, их путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов, но помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, в союзе неким лицам
Эти песни будут не в намек, но не позабудем, если живы будем, мы афганских выжженных дорог. И путь дороги Афганистана, как не страшны нам засады душманов, ведь помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Если зашел еще по колодку, так еще одна. Двух разных войн, едино суд. Я говорил один комбат. Мы трассы жизни звали путь из Тулуканов в Файзабад. Там трое суток напролет ползет колонна между скал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Кричи с досады, не кричи, здесь они крики ни к чему. Где ставят мины басмачи, известно Богу одному. Не угадаешь, где рванет, под кем сработает забор. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Держись спокойно, браток, на нервы мизерна цена. Здесь не Европа, а Восток, здесь у ноги минная война. Вздремни, покуда твой черед, отдай напарнику штурвал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоиной в лобовом стекле. Сказали, вас награду ждет, а ты о ней и не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. И кто-то там живет, как жил, добро соседствует со злом. А ты давно уже забыл, что именуется добром. Пыль со скулы смывает пот, в глазах бордовый карнавал. За поворотом поворот, за перевал перевал. Дилемма: быть или не быть, и для уставших наших душ. Да мы просто дальше будем жить, перевалив за Гиндукуш. Вот прогудев над головой, вертушки в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Женщин-натуральных написал только я. Остальные, ну... Я жалею, что эта история, ну, просто не произошла не со мной. К сожалению, я просто чужих уст написал песню. Махтуба – это имя на фарсе, это женское имя. Вот такая песня, называется она «Махтуба». Звали женщину ту Махтуба, да не женщина, просто девчонка. Как тростинка тонка и слаба, ты тащила меня на воротку, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу. На колонном пути под Акшану Махтуба, словно ветер в ущелье впоет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять.
помни, родичей стай у твоих, к небу тянущих смуглые руки, ты сказал одно, шурави. И они отшатнулись в испуге, а потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел, и где мой автомат? Тише, тише, он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру КПП, пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года зачет. Я пошел в атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой, затянулись военные раны, только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что забудешь в бредовом тумане, может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется спять. Махтуба, словно ветер в ущельях поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется спять. Я пошел в ту атаку опять, вот только время не движется вспять. Я уже представлял, тут есть новые лица. У группы специальное значение «Вымпел» есть свой гимн. Это «Вымпел» тот, который диверсионная разведка. Сейчас «Вымпел» выполняет свою задачу, но это борьба с антитеррором. А тогда для того, чтобы вот генштаб захватить, а мы называли «Дьявол Хакер» где-нибудь, и «Поле дети» весь земной шар. То есть сейчас мы переслушаем сам специальное значение, слушаем. Замечательные ребята, замечательно, они выполняют поставленные задачи, теряют свою жизнь, теряют здоровье. Родина не хотела бы, чтобы Родина отнеслась к ним, когда они уходят в запас, по болезни, отнеслась как к нам. Ветераны диверсионной разведки, ну, у нас в полном уважении мы к ним относимся, потому что это наши братья, а теперь уже и дети воюют. Ну, и война не кончается, но этот гимн, ну, по словам, наверное, из Африки привезен. Ну, так же. Ну, просто Балашиха, 101-я диверсионно-разведная школа, кто видел за таким забором, это она 36-го года существует, там Зоя Космодемьянская готовилась, готовились там Альенда, там многие, кто учились у нас. Партизанского движения, повстанческого, все готовились на этом старом армии. Илья Сталинов, враг номер один у Гитлера, диверсант номер один преподавал там, наш это альбоматор, вот песня. И оттуда первый набор в 79-м году, ни к чему не готовит, приехал на переподготовку разного возраста, курс усовершенствования офицерского состава КГБСР, были брошены на Кабул, даже на Гитлер. Но гимн остался до сих пор, мы его поем при посвящении по принятию новых членов в наш Вымпел, говорят, новых участников. Ну, я просто обязан спеть, поскольку являюсь вице-президентом. Зампаде, зампадиверсия, была такая тоже, зарубежная разведка. Зампаде, там все остальное ясно. Ну, там даже не так. Бой затих у взорванного моста, Кесарин растаял в мгле. Зампады не терпящие удобства умирают на чужой земле. Жаркая нерусская погода остывает на его губах. Звезды городного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему на бедренной повязке вражеский наемник подойдет.
подойдет, посмотрит, удивится, вскинет пистолет, прищурит глаз, скажет, много резал балет на лицах, русские будут резать первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут державные пары с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их вокруг небесные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то громко люки грянет, в неизвестность уйдет они. Пусть и вечным памятником станет проходной возле дороги. Если где-то громко люки грянет, в неизвестность уйдет они. Пусть и вечным памятником станет проходной возле дороги. Если посчитать всех из тех, кто задавал выпуск, выпили в каскадах во всех зенитах, факелах. На сегодняшний день 160 с лишним человек от нас ушло по разным причинам. Кто по возрасту еще в Чечне, в первой компании повоевал, там погиб. Кого болезни покосили? Ну, в общем, из 300-160 тысяч уже нет. На втором объекте есть. Плита, ну, аллея, там черные плиты стоят, а вычислены фамилии всех, кого потерял, выпьем. Но сейчас я от грустной темы. Я стараюсь все более и более веселую окраску придавать свою песню, поэтому вот тут и одна ребята, которые офицер ВДВ, служили в ВДВ. Представляете, ВДВ затыкается в Афгане все дыры. Ну, ВДВ в десантуре на все гораздо. Но по горам лазит. Вот, вот даже у того Гитлера были альпийские егеря, специально подготовленные, да, альпийские дивизии, Деливайс, там все. У нас не было ничего, у нас на все ВДВ. Войска Деливайс, и везде, и всюду. Вот такой напутствие новичку, который пришел в действующую армию, в ВДВ, и готовится к первой операции. Это то, чего не надо делать. Или то, чего всегда надо понять. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то вроде вовсе голый, с вами в общем незнакомый снежный человек, и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, помните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дукане, а Дукан, или Дукан, это супермаркет афганский такой. Вот если вас в супермаркете вас нагло обманули. Если гнев невольно сердце к вам проник, вспомните, что в вашем автомате пули, и их на все Дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И уж совсем жуткий куплет. Уж простите. А если вам замены нету из союза, если не пускают в
свидеться с женой. Вспомните, ребята, Робинзона Крузо, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Хотелось с войной ужасами, там, с козами, собаками завязать, да, поэтому я лучше к 8 марта перейду. А то как помнишь, что дрожишься самому эти воспоминания. Сначала прощайте горы. Прощайте горы. Да, давайте прощайте горы. Изуродовали, спахали, мне самому неинтересно. Тоже. Это они изуродовали, а нам авторскую. Автоматы нет. Авторскую. Ну давайте, это бутатовский вариант. Хотя он очень похож. Или у них похож, ну не знаю. Это у них похож. А хотя мы же заявили, что автор слов Халилов, ансамбль «Каскад» тогда, в 88 году на майской звезды. Ну не важно. С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обуглен на землю сходим. Под прицельные залпы наветов и лжи мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетной грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир не пристало добро поминать тебя вроде. Но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, не скупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда может быть не дано, сколько нас полегло в этом долгом походе. И дела не доделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали, надежды наши и печали, как уживутся средь людей. Друг спиртовую дозу дели на троих, только нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Биографии наши, полдюжины строк, социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток, мы уходим с Востока, уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком, пускай не судят однобоко нас кабинетной грамотей. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. А мы уходим, уходим, уходим. Тогда еще одну песню повеселее. Перейти к женщинам. Я люблю женщин с детства, потому что там уже женщины. Никак не могу до них добраться. Вот такая песня. По востоку, по востоку. Подожди. К небу тянется. По востоку, по востоку. К небу тянется дорога, пудрясь в барханных сопках и горах. По востоку, сложите душу Богу и в подрогник загоните свой страх. За спиной РД тяжелый, ты терпеть не мог со школы. Если что-то давит на плечо, это было все когда-то. Здесь не мальчики, солдаты, здесь год за три пишется в зачет. По востоку, перекурим, брат Серега, до тайки остается 5 минут. Небо высветит ракета, чья-то песня будет спета, и кого-то в цинках повезут. Караван из Пакистана, банда духов из Багдада, пища автомату твоему.
На гражданке ты был смелый, сейчас тебя проверим делом. Сам поймешь, что как и почему. По востоку, где штыленка недотрога. Помнишь, как тебя я с танцем провожал? Целовались до рассвета, ладно, стоит ли об этом? Все решит Хаймерский перевал. Штык героя, пуля тура, это все литература, это все газетная мура. Из далекого Герата передай привет ребятам с нашего московского двора. Из далекого Герата передай привет ребятам с нашего московского двора. По востоку, к небу тянется дорога, путаясь в арканах, сопках и горах. По востоку, положите души Богу и в патронник загоните весь свой страх. По востоку, положите души Богу и в патронник загоните весь свой страх. О, про женщин. Было страшное место, оно всю жизнь оставалось. Вот Кабул, Зеленка, потом пришла к Чехвардак. Вокруг Зеленка, развалины какие-то. Никогда нельзя было спокойно проходить ни колонн, ни разведгруппе. Всегда обстрели, всегда какие-то потери были. Мой командир, когда эту песню слышал, она написана была в 80-м году, все пытался расстрелять магнитофон. Из стечки, да. Через день все промахивался, только там песня уцелела. Если бы сволочи знали, нам мы же пришли позднее, а он под декабристом. Какой ценой Чехвардак это достался, вы бы таких дурацких песен не пели развеселые. Но я сейчас пою. Это вторая песня, которая написана. Она, кстати, не про женщину написана, там про женщину участвует, она всем другая. Называется песня «Неглады Шурави». Как у нас уедет Чехвардак среди женщин Шурковардак. Из Кабула нам пришел отряд под названием «Кодом каскад». Каскадеров я пошла смотреть и стояла, скрывшись за мечеть. Вдруг гляжу, идет ко мне один, синие глаза и молодой блондин. Как взглянула я на шурави, так в душе запели соловьи. А забыла стыд и шред. Говорю, пойдем за мной, солдат, и пусть ты не обрезанный кефир, только для тебя устрою пир. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Лай-л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 ай. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Но глядит, да, мушаверный советник, но глядит печально шурави. Ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, грозный мушавер, заставляет спать нас в БД. Какая гадость! Глупый, неразумный шурави, ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точек врага. Лай-л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 ай. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точит ветока. Шурави смеется, не пугай, всех душманов мы отправим в рай. На земле афганской будет мир, вот тогда и устроим мир. Пролетели дни, как листопад, и ушел Кабул отряд каскад. Я жду в корабль от любви нежные синие глаза и шарови. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. А я жду, сгораю от любви. Ну где ж ты, синие глаза и шарови? О востоке непривычная страна. Там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавые и пугливые, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку пранжи.
То оазисы, то горы, то пустыня Регистан. Мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чакчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш. Но с вершины Гиндукуша видит только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где расписано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашишу предприимчивый бачарам. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердуси, но о тонкостях ислама спорить, Боже упаси. Вас разбудят на рассвете, вопиющий с неба глаз, муэдзин зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом, экзотичней найти, но там стреляют из дувалов вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Вот, хотел бы только вот то, что делаем мы с Михалычем Калинкиным, что делают еще 5-6 человек офицерского сословия из Иперского. Кто-то назвал, может быть точно, может не очень, офицерский романс. Я думаю, что нет никакой офицерского романса, это просто романс, да? Что такое романс? Это всегда посвящение мужчины женщине. Любим, может быть, недосягаемый, но все равно женщина. И романс посвящен нечто женщине. Вот план, переходя к грядущему светлому, единственному доброму празднику, остальное все с мордобитием. Вот я обратил внимание, Новый год, да? Там Рождество Христово, Иудейское, Йом-Кипур. Все у нас во дворе, вот, не надоедает. Я уже стрелял за окна два раза по ним. Собираются какие-то тинейджеры, не знаю, кто, начинают хлопушки, сигнальные мины запускать. Какая к черту раз? Меня трясет сила, у меня собака была, она из дома боялась выходить. Целую неделю, до Нового года и после. Мне хотелось выйти к этим любителям пиротехники, взять за, как это, полужопие правое и спросить: слушай, парень, ты воевать хочешь? Хочешь посадить? Езжай в Чечню. Езжай, что ты тут без ремеш, перед девками свет. Давай туда, а там на равных. Проведут тебя герои оценки. Умрешь достойно, что ты тут друг другу глаза вышибаешь этими хлопушками. Единственный праздник, где вот этого безобразия нету, и фанатизма идиотского молодежного, это 8 марта. Хотя, смотрю, сейчас появляются какие-то идиоты, которые все равно за что пить и где гулять, и за что там, они обязательно что-то взрывают, меня ударяют, вот так, обязательно. Это рождены не женщинами, это вообще неизвестно где, зачатые, кем рождены, и любители повзрываться. Взрываться никто не любит, знаете. Вот я поэтому обращаюсь, поздравляю ко всем присущим дорогим женщинам, тех, которые отсутствуют. С великой любовью, а мы иначе не можем, еще уважение, потому что рождены женщины, слава Богу, у нас все были матери, и любовь к матери мы переносим на всех наших любимых. Так и должно быть на Руси, по-другому не должно быть. И поэтому все романсы, я сначала прочитаю стихи Виктора Верстакова, замечательного армейского поэта, они называются «Офицерский романс», а потом дальше буду исключительно женщин, про женщин, потому что их очень люблю, всем. Офицерский романс, ну, просто раз так назвали, будет больше. Офицерский романс, желтый лист на погоне, еле слышно эхо прошедшей войны, и чужие глаза, и родные ладони, гарнизонные явь, батальонные сны. С 18 лет под военные марши мы служили и жили, и верили в них. Офицерский романс, он для тех, кто постарше, он для тех, кто случайно остался в живых. Полковой барабан громыхает все глуше, все пронзительней пули над нами жужжат. Слух привык ко всему, не привыкли бы души те, что Богу и Родине принадлежат. Офицерский роман, одинокие ноты. Виноват. Офицерский роман. Одинокие ноты перетянутых струн в ослабевшей стране. Замолчать бы навек. Но невидимый кто-то подпевает в полголоса там, на войне. И... Ну, а чисто романс, например, вот такой. Нет.
пою романс, он связан с органом у меня очень плотно, никогда его не пел. Я приехал в отпуск, была встреча. Здравствуй, это я, прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я тебя хотел поздравить с днем рождения, что давно не празднуешь, а жаль. Постоит немного у двери, я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей, вновь пересекаются пути. Дай я погляжу в твои глаза, помнишь, я когда-то в них тонул. Помнишь, как однажды нам разлуку угадал авиабилет Москва-Кабул. Сколько зим и сколько долгих лет, если год за три пересчитать. Я не осуждаю, что ты нет, не имею права осуждать. Как живешь, надеюсь, все в порядке. Замуж писали друзья. А помнишь, как с тобою в нашем парке прятались под клен в дожде? Я запомнил вкус того дождя на губах испуганных твоих. Да не смотри с тревогой на меня, я от этих губ давно твой. Очень изменился, что же может быть. Старит нас чужая сторона, там живут не прячься от грибы, и потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне, и надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопросы с киноленты, где героев сводит хэппи-энд. Так в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул, через Ташкент. Он будет таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему начальник. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. Он будет таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему начальник. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. Не могу отвязаться от войны. Лучшее время жить 5 лет в диверсионной разведке. И все-таки это лучше. Потом было, как с горки вниз. Где задержат на сегодняшнее время, где-то посреди этого склона. Ладно. А вы мне утро подарите, костер потушенный росой, стрижа мелькнувшего в зените, и запах мяты луговой. А вы мне просто пожелайте страну, где горе и беда, нагадайте дорогу дальнюю туда. А вы мне просто пожелайте страну, где горе и беда, и как цыганка нагадайте дорогу дальнюю туда. Не говорите мне прощайте, Бог даст, увидимся опять. И ничего не обещайте, тогда и я не стану лгать. Вы шаль набросив проводите, пока не встал еще рассвет. И долгим взглядом посмотрите не уходящему вслед. Вы шаль набросив проводите, пока не встал еще рассвет. И долгим взглядом посмотрите уходящему во сне. Мы поздравляем всех с замечательным праздником.
Но не... Повеселее, начал у Визбора. А я воспитан на Визбора, и на других 60-х. Это, наверное, три замечательные песни, которые была тут помнит, наверное. Она называется у вас, священник. Две авоськи, три коробки, ну попробуй донеси. Участили что-то пробки, нет ни левых, ни такси. Эй, шоферы, стойте, братцы, стой, товарищ сатана, мне в Чертаново добраться, помоги, чья она. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру, Ваньку вымыться доставлю, мошки сотенький утру. Муж приходит в тьму хрюмей, впереди несет живот, тренировочном костюме к телевизору идет. Руки мне кладет на спину, ох, не трогал бы меня, нелюбимый, нелюбимый, нелюбимый моя. Вот уж вечер клонит, ночи клонит, и дела потерян счет. Он и спанит, в пальне тонет, тонет, где ж ты возишься еще? Но я все примечаю, он готовый, в самый раз я из кухни отвечаю, спи, голубчик, я сейчас. Он от водки и салату захватит, захрапит хоть рот за шею. А у меня 8 марта, женский праздник на душе. Я уставлюсь на дорогу, вечер по небу плывет. День прошел, и слава Богу, вот уж новый не стоит. Мне б куда уехать, что ли, добрым людям и к траве. И однако в чистом поле, в этом городе, в Москве. И все, что у вас будет. Может быть, все это вот о чем где-то писал Остап в империи, а сейчас совсем по-другому, поэтому вот такая вот песня. Я очень люблю свою деревню, там моя родина. Там же одни предки, там редкие случаи, мы встречаемся со старыми добрыми друзьями. Редко, вот в Москве мы, но в деревне все встречаемся, в Москве мы не так часто встречаемся, почти не встречаемся. А деревня, она, видно, какое-то такое... Притягательные свойствами, там встречаюсь. Там я влюблялся, там меня любили, там я любил, там меня не любили, я любил. Всяких вариаций все это такое было. Но осталась память о лучших годах, может быть, не потому что я был молодой, а может быть, как-то ощущение мира, особенно после войны все это происходило, после Афганистана. Вернулись как на другую планету, и вот самый лучший год. У нас в деревне, я не вру, у меня тут трое замечательных друзей сидят, они все про это знают, про эту деревню, про все на свете. Это песня ностальгическая, хотя это в зрелом возрасте. Там три тополя было, один спилит, два. Им лет по 200, да, Режим, по 250 где-то. Там Козрежбург, там песни поют, собирается молодежь. Там встречаются, там прощаются. Вот тоже женщина посвященная песня. Промчалось лето, жаркое, шаленое, ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою, у двух завет старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою, у двух завет старых тополей. Костер погас, и песня не допета, пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще... Увидимся, Бог весь. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся, Бог весь. А было так, вначале было слово неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, в общем-то, не ново. Не осудим, и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново. Не осудим, и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты, и что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете прощусь, целую кончики ресниц. И пусть придут досужие соседи, про нас еще одно из небылиц. И пусть плетут досужие соседи, про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весям.
Дальние стрелы скорых поездов, и все, что было осень за навесе, тяжелый шторм сизых облаков. И все, что было осень за навесе, лицом и шторой снежных облаков. Промчалось лето жаркое шареное, ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою в двух заветных старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою в двух заветных старых тополей. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за радость. Где вы еще придете, надеемся, да? Автомат и гитару. Батальон, а? Автомат и гитару. Два длинные, не надо ее. Уже на лирик перешли. Все равно она не звучала ни разу. Автомат и гитара, ведущие песни. Ты сыграешь там? А дождь. А потом батальонный разъезд. Это было. Ну, а там гитара, знаете, сколько там? 18-16, по-моему, куплено. Не, на диске сколько звучало? Нет, я же пел, пожалуйста, спросил. Нет. Да кто ж нас выгонит? Кто ж сейчас выгонит? Игорь Николаевич, а потом что делать дворовой? Никого. А потом, пожалуйста, гостям не давал. Берем сидеть. Как у Михаила. Лохматый парень. Что это будет? Это будет затаренная разведка. Премьера песни. Начинай. А на войне как на войне. А нам труднее на войне. Едва взойдет над соками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Будем дождь, уходит снег. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим ночь, уходим дождь, уходим снег. Батальонная разведка. Мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поезд, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, тебя навек оставит друг. Не осуждай его, война тому виной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена. Разведки заработанные мной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена. Разведки заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поезд, снова бой. Ты с сестричком в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты с сестричком в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если ты, когда закончится война, мы все наденем ордена. За дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не доел, не долюбил. И чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, ночь шагами без примала. Рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. И все вместе. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что мы день, то снова бой, снова бой. И сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Давай, давай, давай.
свадьбы доживем еще с тобой. Дорогие друзья, как сказал Игорь Николаевич, если бы за каждое исполнение этой песни ему платили бы по рублю, то он бы давно бы уже, нет, не нами, не тобой, а вот всякими разными людьми, которые ее исполняли, исполняют и будут исполнять, платили бы по рублю, потому что Игорь Николаевич бы построил себе золотой дворец вместо своего сгоревшего. Я поставил пятиэтажную избу, деревня родной Власева. Курей бродил, корову бы купил, пруд выкопал, карпу разводил. Трактор бы, на всякий случай, на рыбалку ездить по бездорожью. Ей-бо, мне больше не надо, ни канал, ни фонарифа не надо, не надо, ничего. Наверх вы, товарищи, с Богом ура, последний парад наступает. Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Вот из этих слов состоит наша жизнь. Я на груди его медаль за город Вашингтон. Да. Слов состоит наша жизнь и смерть. И я горжусь тем, что мне по жизни выпала честь спеть в концерте с Игорем Николаевичем Морозовым. Спасибо вам, дорогие люди. Мы вынуждены закончить наш концерт, потому что нам приказали, что до 10 часов мы отсюда свалили. Вот. И продолжим наше общение. Я не знаю где, я не знаю когда, но я думаю, что мы будем продолжать эту нашу серию «Батальонная разведка». Вот. В Москве много залов. Мы вам, если вам интересно, мы сейчас положим листочек с ручкой. Оставьте свои координаты, и мы вам позвоним о месте и времени проведения следующего концерта, который, надеюсь, состоится. Или на сайте. Или Юра попросил, или на сайте, да. Автомат2000.com там всегда есть. Да. Вот. Ну, оставьте координаты, Катя, у нас найдется бумажка с ручкой. Ручка-то точно найдется, бумажка, но нет сейчас. Вот. Спасибо еще раз большое, дорогие друзья, за то, что вы пришли. Если мы поем, мы живем. Спасибо. Всех хорошо. Большое праздник. Бог советский генеральный парковый. Будьте здоровы, будьте счастливы, любви вам. Денег, кому не хватает побольше этих денег. Солнце над головой, лучше мира, конечно. Да, тебе не получил, было победа. Чтобы любимые ваши дамы возвращались, пели в абрамации под балконами. Как пытались ходить. А лучше глаз на глаз. Лучше даже не пить, а лучше шептать, да? На ухо, не под балконом, а на там где-нибудь. Рядом балкон. Удачи вам всем. Будьте живы, здоровья. И надеюсь, увидимся еще в этом году. Високосная кончается, так или иначе, в марте. Ну, это вроде будет хорошее. Добро пожаловать! Потом, надеюсь, здесь не отберут, уютное место. Друзьями встречаться хорошо. Единственное, что здесь... Я просто забыл с собой еще. Нет, друзья не забыли, я забыл там фляжку с собой взять какую-нибудь. Для куража, не больше. Чтобы, помните, как там разносят стаканы с водкой, выпуской? Ну, это у кого-то концерт. А у нас, Миша, не заработал, конечно. В следующий раз будете, все будет. Спасибо вам. У нас самая большая недоработка, что Игорь Николаевич диски свои не принес. Да нет, хочешь. Ну, сделаем тогда. Сделаем, Юр, да, я думаю. Я думаю, сделаем и принесем в следующий раз. Вот. Спасибо. Закрыл дверь, а то так выходит. Да. Спасибо. До свидания.